Фестиваль «Вместе мы сможем больше» – настоящее событие для тех, кто, несмотря на непростую судьбу, готов радоваться жизни и созидать. Это праздник добра и творчества, который многие ждут с нетерпением. Мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями стал уже традиционным. Он помогает раскрыть творческий потенциал каждого участника и дать возможность заявить о себе. Значимое достижение таких мероприятий – привлечение внимания к проблемам особенных людей. А еще это прекрасная терапия. Она помогает интеграции в общество, созданию условий для общения и обмена опытом. Это фестиваль не людей с ограниченными возможностями, а это людей, на мой взгляд, с безграничными возможностями, которые способны организовать, провести такое мероприятие. Программа фестиваля – творческая композиция из песен, стихов, монологов участников. Во время выступлений им удалось забыть про возраст, болезни и недуги, погрузиться в неспешную атмосферу уюта с близкими по духу людьми. Фестиваль «Вместе мы сможем больше» был бы невозможен без руководителя Десногорского общества инвалидов Татьяны Желтышовой. Благодаря ее труду и энтузиазму это мероприятие проводится ежегодно, объединяя всех неравнодушных. В этот раз событие традиционно имело успех, а завершилось награждением особо отличившихся. Виталий Волков, Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.